И всем привет, ребята! Вы на канале Ката Туб, с вами я, Даня. Сегодня я хочу пранковать своих друзей с помощью маски в ТикТоке. Она меняет типа цвет волос. Я буду делать этот эффект, скринить и потом обрезать вот это то, что там ТикТок что-то пишет. Давайте первым пранканем Соню. Так, ребята, я уже нашел вот этот эффект. Смотрите. Вот так вот он примерно выглядит. Камера не красится в зеленый. Я сейчас заскриню. Вот, сделал скриншот. Теперь его надо обрезать. Так, ребят, я уже вот так обрезаю. Обрезала, сохранить. Вот такая вот фоточка у нас получилась. Я думаю, ничего, никто не спалит. Сейчас первым мы отправляем это фото Соне. Вот Соня. Почему у нее вот так подписано? До свидания, я сплю. Так, вот я отправляю фоточку уже. Опа. Давайте посмотрим на ее реакцию. Дождаемся ее реакции. Записывает аудио. Аудио какое-то. Мне кажется, или что-то не то. Что-то скинула. Сейчас послушаем. Ты чего, совсем что ли? Я же знаю, ты дома сидишь. Я знаю, что ты творишь. Блин! А! Я забыл, что она дома сидит. Ладно. Иди сюда. Ты сразу же поняла, что это было в ТикТоке? Она свет выключила. Ты чего? Ладно. Включила. Ты сразу же поняла, что это из ТикТока что-то? Да здесь вообще непонятно. Здесь вообще... Вот сразу видно. Вообще, даже если монтаж, то вообще некачественно. Ты чего монтажу? Это из ТикТока эффект. Ну я понимаю. Ну почему у тебя здесь такие проплешины есть? Кричу. Это из ТикТока эффект. Это я понимаю. Не очень реалистично. И я же знала, что ты видео идешь какое-то снимать. Угу. Короче, ребят, спасибо. Давайте... Куда ты пошла? Давай вместе пранковать. До свидания. Ну ладно, иди. Так, ребят, сейчас мы переслаем эту же фоточку. Кому скинем? Арсению. Так. Скинули. Что же он нам ответит? Ждем его реакцию. Он долго слышал. Ну, он как бы... Уй! Метр с кепкой. Два с табуреткой. Поэтому он медленно печатает. Он что-то печатает. Он что-то печатает. Зачем ты покрасился? Ну, скажем, например... По приколу просто. Еще что-то печатает. Тебе же скоро в школу. Блин, мне же правда скоро в школу. Да, типа, плохо. Как думаете, надо ему сказать, что это пранк? Ладно, придет там, гуляет где-то. Придет, когда увидит. А мы переходим дальше. Так, ребят, я скидываю фотку Рите. Рите, мне интересно, какая у меня будет реакция. Кидаем. Ждем. Ребят, я же могу запись экрана включить. Сейчас включим. Вот это, наверное. Ну, все, запись экрана идет. Как красиво. Круто. Пока что ей нравится. Пишет, о, как красиво. Мне идет? Я знаю, что мне идет. Она что-то еще печатает, печатает. Это...
помнишь, как летом красился краской смываемой? Это была не смываемая. Это была... Как бы смывающаяся, мне кажется, это... Ну, громко скажем, смывается. Я думаю, это голову помыл, типа. А да. Я с камерой разговариваю. Что за? Так, кидаем ей. Это был пранк Маска из ТикТока. Посмотрим на ее реакцию. О, сразу же просмотрим. И что же тут покажет? Она нам что же она скажет? Примите. Спасибо за комплимент. Сейчас я делаю отважный подвиг. Я кидаю своим родителям эту фотку. Посмотрим на их реакцию. Сначала кинем маме. Что она скажет? Сиди, ничего не печатает. Еще. Просмотрим, но не печатает. О, печатает. Да. Пожалуйста, что там? Зачем ты это сделал? Ладно, давайте это как-то потянем. Просто не будем отвечать, будем потянем. Что она еще может написать? Я не понимаю, вот только Соня пока что... Ну, она потому что рядом сидела. Никто не может понять, что это маска из ТикТока. Никто, просто. Там же видно, что оно все плохо прорисовано и так далее. Не перекрашивайся обратно в свой цвет. Ладно, это... Ладно. Это был... пранк. Я кого-нибудь смайлик кину. Я кого-нибудь смайлик. О. Я. Что-то печатает. Не осталось. Долго. Ася уже со своими пранками. Ладно. Но мы на этом не остановимся. Мы напишем папе. Идея гениальная. Так. Кидаем фоточку. Пинг. Кинули. Что они сейчас скажут? Интересно, что же скажут? Это опять твои пранки? Единственный человек, который меня раскусил. А с чего он взял, что типа это пранки? Может, он просто предположил? Я что-то перещатываю. Может, оправдание какое-нибудь будет? Смайлик, галочки, какой-нибудь сейчас найдем. Прикольные. Где тут все смайлики? Вот компас какой-то. Где тут галочка? Есть какая-нибудь галочка? Вот такая вот галочка. Типа правильно. Видно же, что они качественно сделаны. Ладно, да. Правильно. Угадал. Все, идеально. Сейчас знаете, кого я хочу? Кого еще бринговали? Из друзей. Кто у меня из друзей? Кто друзья? Платон! Гениально! Где он? Вот. Кидаем фотку. Я не могу скинуть из-за кнопки записи экрана.
скидываем. Давайте посмотрим на его реакцию. В сети посмотрел. Посмотрел. Мне интересно, он же как тоже понимает, что такое ТикТок, что вот это вот все есть. Хорошо, прикольно. Он, по-моему, не понимает, что я от него хочу. Не понял, что произошло. Сейчас, что он думает? Что-то печатает. Но даже в зеленый покрасил. Пан, да, я видео сейчас снимаю. Я видео сейчас. Блин, не хочешь на меня записывать. Надо зажать и держать. Я видео. Я видео снимаю, да. Интересно, он что-то еще напишет? А он что-то еще пишет. Ясно. Он говорит, ясно. Какой-то мультик такой был. Напишите комментарий, если помните, из какого это мультика. Не помню. Ясно. Ладно, ребят, мы много кого пранканули. Соня, есть какие-нибудь еще идеи, чтобы кого можно еще пранкануть? Он на самом деле вот так сидит. И наблюдает за мной, что это делает. Нету идей? Сейчас я посмотрю себя. Учительница. Кстати. Давай попробуй. Ладно, ребят, если мы под этим видео, сколько лайков мы сможем собрать? Если мы под этим видео соберем, например, 20 лайков, тогда я напишу вот это своей учительнице. Давайте, ребят, я жду. Ставьте лайк. Мне кажется, это будет максимально прикольно. Блин, ноги затекли. Ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите крутые комментарии. Давайте соберем эти 20 лайков. Мне интересно будет посмотреть на ее реакцию. Что-нибудь сделаем более масштабное. Что типа не просто покрасил волосы, и это какая разница, покрасила ей волосы. Или что-то какое-нибудь, типа, может есть маска, типа татуировка, какая-нибудь тебе пирсинг. Давайте, ребят, все зависит только от вас. Ладно, всем пока-пока. Влад, Фрося, Влад, со света, Влад, Фрося, Влад, со света, Влад, Фрося, Влад, со света. А вы ведь не забыли поставить лайк и подписаться.